документы, ну, сколько, недели, ну, две, может быть, пришлось побегать. Как-то. Регина Сергеева из Челнов вместе с мужем воспитывает 3 сыновей. В конце сентября появится и 4-й. И все это время живут на съемной квартире. Многодетная мама работает в детском саду, супруг-дальнобойщик. Новость о том, что в 2 раза снизился первоначальный взнос по соципотеке, для семьи стала настоящим подарком. Не раздумывая, решили брать 4-комнатную. Дом выбрали в поселке Сидоровка. Хотелось бы, да, до сентября все-таки заехать, потому что потом с маленьким ребенком переезд будет как бы сложновато, конечно. И радостно, и волнительно, и переживательно, все вместе. А это уже Казань. Сотрудница бюджетной организации Россельхозцентр Светлана Кунаева. 9 лет вместе с мужем и 2 дочками она живет в однокомнатной квартире. В очередь на соципотеку Светлана встала 4 года назад. И только сейчас, благодаря антикризисной акции, смогла участвовать в конкурсе. В ближайшие месяцы семья получит ключи от новенькой 3-ки в Салават-Купере. Низкая ставка первоначального взноса – это очень удобно, во-первых. Получаешь эту квартиру и уже можешь переезжать, то есть выигрывать конкурс и переезжать. Такой возможностью уже воспользовались 104 семьи. Большинство из них в очереди на ипотеку стоят несколько лет. Не хватало денег на первоначалку. Благодаря антикризисному новшеству заехать в новое жилье они смогут гораздо раньше. По поручению президента, для того, чтобы поддержать людей в столь непростое экономически сложное время, было решено снизить первоначальный взнос в 2 раза. До 5%. До этого у нас было 10%. Сейчас до 1 сентября семьи могут получить квартиру с первоначальным взносом 5%. До конца антикризисная акция от Госжилфонда меньше 3 недель. Но шансы купить квартиру со сниженным первоначальным взносом еще есть. Напомним, для этого нужно обратиться в администрацию района по месту жительства и как можно скорее предоставить весь пакет документов. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунак күттіріп кіне интернет-шелтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.